так сделаем, да? Че, как всегда, это типа приветствие, да? Да, да. Ой, я не знаю, все дела. Как всегда. Ну, давай. Итак, всем привет. С вами, как всегда, компания OEMZAP. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас такой автомобиль X35. Приехал он на эвакуаторе, не заводится. Причина. После непродолжительной диагностики выяснилось, что на данном автомобиле произошла вот такая вот ситуация. Рванула цепь. Соответственно, распредвалы у нас не вращаются, клапана не открываются, компрессии нет. Созвонились с клиентом. Клиент дал добро. Будем сейчас снимать двигатель, разбирать, дефектовать, смотреть, что там погнуло, не погнуло. Вот. Выясним причину, почему ее все-таки порвало. Может быть... Ну, по всей видимости, мотор уже делался, потому что там прокладка под ГБЦ уже не оригинальная стоит, не родная. Возможно, либо китайская цепь, может быть, ее не меняли, может быть, еще что-то. Посмотрим. Сейчас снимаем мотор, разбираем и все вам покажем. Вообще все развалилось. А, все пропало. Здрасте. Да, блядь, здесь мотало. Весь герметика навалили. Да, он вижу, он только не вымытый никакой. Основа уже покрашенный. Наверх возьму обратно, приклеивается. Вот. Цепь сейчас на сварку, да? Это я починил. Цепь сейчас мы поставим новую. Надо этот найти. Ну, болт туда надо ставить. А он туда упал. А? Да. Вот пружинка, смотри. Все. Дальше куда-то. Вот. Все. Магнит есть? Ну, рядом. Нет, я тебе... Сейчас куски цепи подоставаю. Подостаю. Смотри, здесь шестерню надо менять. А она напрессованная. Я меня. Это секс небольшой. А? Секс небольшой получается. Да, раза три, наверное, менял. Ну и что? Момент истины. Тоже забродился. Ох, Что у нас интересного здесь еще? У нас есть три цилиндра расточенных с таким еще великолепным хоном. Один цилиндр у нас загильзованный. Странно почему, но, как оказалось, совсем не странно. Берем очиститель. И смотрим, почему у нас загильзован один цилиндр. Вот у нас место сварки. То есть когда-то здесь оторвало шатун, пробило блок. Его заварили, покрасили и выставили на продажу. Поправка покрашена, да? Да, ну видно, блин. Обычно они, блин, такие, знаешь, окислившиеся все. А тут прям что, них посмотрим, как свежак. И будем делать выводы. Да, ну здесь пахнет заменой блока вообще. Да, ну как минимум. Скорее всего, не могут. Либо заменой мотора. Да, они все стандарт. Блин, ну по колену, кстати. По колену, кстати, ничего.
Ой, ГБЦ, в принципе, видимо, нет повреждений, да, надо просто померить, помыть. Ну, надо клапана там, да, тоже, знаешь, попробовать притереть, посмотреть, какие будут притираться, там уже будет видно сразу. Если подогнутый, он в одном месте не будет брать. По итогу, что у нас ГБЦ? Ну, ГБЦ надо по-хорошему снять клапана еще. Ну, как бы визуальных повреждений нет. Клапана вроде не достали до поршней. Там на одном поршне есть, конечно, след. Но это... Ну, тут просто нога. Это нога просто, да, блин, отколола. По блоку, блок. Блок у нас... Когда-то здесь отрывало шатун, блок был пробит в этом месте. Здесь его заварили, соответственно, загильзовали один цилиндр. По всей видимости, оставили старые поршни, просто сделали хон. А, что у нас дальше? Коленвал. Коленвал по шейкам, в принципе, неплохо. Вот. Но со звездочкой здесь... Ее пожевала. Звездочку, да, все изъела. Звездочку все изъела, да. Ну, коленвал, блин, наверное, все-таки надо будет. Вернуть маленечко. Промерить хотя бы. Ну, померить, да. Если как поедем, минимум. Хотя здесь какая дерзопа положена. Мы здесь фокусы. Фостель, да, тоже пробила. И с обоих сторон. Что еще из интересного? Наши рекомендации, в общем. Наши рекомендации. Блок в замену. Коленвал. Ну, по-хорошему тоже в замену. Ну, посмотрим еще. По коленвалу еще вопрос такой. Открытый. Блок. Блин, я бы поменял, конечно. Ну, с этим блоком я не знаю, что делать. Как на него давать гарантию? Без понятия. Ну и причина всего этого причина... шоу была, скорее всего, это... что цель была старая, да? Это распиздяйство, блин, называется. Это просто собрали на продажу, блин, и все. Из говна и палок. Слепили мотор. И все. Продали как новый, блин, покрасили его. Покрасили, да, красивый цвет. Ну что, я не знаю, чем это закончится. Посмотрим. Ну, мне будет, самому интересно. Да, если будет история продолжения, то Сиви расскажет больше, что какая будет судьба у автомобиля. Ну, мы обязательно расскажем в следующей серии. Да. Так что все, всем пока. Заходите на наш канал, приезжайте к нам в сервис. Всем удачи.